В грядущую пятницу город будет чествовать нового градоначальника. В Кунгуре пройдет церемония инаугурации главы. Управлять старинным купеческим городом доверено Сергею Васильевичу Гордееву, экс-директору муниципального предприятия «Водоканал». Последние 4 месяца Сергей Гордеев исполнял полномочия главы города до момента подведения итогов конкурса. Он состоялся на предновогоднем заседании Кунгурской городской думы, где большинством голосов народные избранники определили градоначальника. Из 2 кандидатов, а это Антон Белоглазов и Сергей Гордеев, депутаты выбрали наиболее опытного. Готов вас всех прислушиваться и выполнять ваши наказы. И, значит, еще хочу сказать то, что я очень, значит, рад, что у меня есть такая позиция, которая будет плодотворно мне указывать на ошибки на мои. И мы все вместе сработаемся. Я открыт для всех и буду работать на благо города. Спасибо. Церемония вступления в должность нового градоначальника запланирована на пятницу 12 января. Традиционное мероприятие пройдет во Дворце культуры «Мечта». Уточненное время начала инаугурации в 15:30. Вход для всех желающих свободный.